Да, впереди еще Иг, он не так что. Иг страшный. Очень простой. Рос готов? Секунду. Че надо? Да, блядь, у меня лагает. Ты сам можешь заменить? Нет. Все, не задерживай нас. Два, готов? Кстати, не все гидли на фул прошли, их 25. Ну, конечно, ночам похватит. Короче, давай запулим, блядь, своим курьером потом разберешься. Курьер, что будешь дамажить. Все, поехали. На пул издали. Вместе перед лицом стоим. Да. Забегите дальше. Да не надо ему перед лицом стоять. Иди. В спину бей. Какая разница, стоять? Зачем ему стоять? Зачем ему? Он парихас не словит. А то, что он будет поворачиваться, будет его в лицо бить. Это вот... когда дается? Я сказал, когда слушать надо. Тотемы под босса, пожалуйста. Тотемы все сбегают. Давайте под босса ставьте обязательно. Сбежались. Быстрее. В разные стороны, лево-право. Друг от друга дистанцию. О, сейчас, блядь, кастеры попадают тут, возле которого за кругом. Буду под рожу его. Нормально. Геру сдали, фул ДПС дали по боссу. Объяснил бы хоть, зачем вторым по агроту быть. Миль зона не падали. Он, видишь, он тебя бьет. Смотри, сейчас ты его ставишь плюшку. Обвал. Смотри, вот он тебя дает типа плюшку. Он когда тебя смотрит. А если ты не будешь вторым по огром, будет пиздить миль зону. И там будет шорт. Вот видишь, тебя хп сняло. Mm-hmm. Вот. Босс не танчится на будущем. Можете на пул сейчас меня сдавать, ДК очень хорошо справляется с этим самым. Я даже не бью. Нет, лукашки кидай в него. Я стараюсь, чтобы не переагрить. Да не, не переагришь. Я шоу. Просто не знаю, у меня скеда, поэтому я смотрю, у меня 80%. Ну переагришь, будешь ты танчить, похуй. Ну. Ну ладно. Готовься, скоро будет это самое откидывание. У меня тринки прижимают. О, там мне не до кап дефа еще, оказывается. Ебайся, вагон. Это ГП получается, да? Да, мне ГП дают за то, что у меня нет этого порабощения демона. Блять, мне этот мах холод заебал. Помните холода? Да. Мах такой был. Как у меня, блять, он мне сейчас в личку пишет, он пишет, блять, не одним целым предложением, он пишет дохуя слов. Ну, одно большое предложение, и одно слово, и отправляет сообщение. То есть по одному слову так вот мне это пим-пим-пим-пим. Сейчас а спроси, он вчера ночью не был в Ульдуаре 10. Я его забанил. Саня там, блядь. За бабки хочу шмотки купить. Окей. Иди там с другим людям. Саня, плачу 4К России, блядь. Пусть мне напишет. Ну, на диво холод. Смотри, аккуратно, может, блядь, может, поставу мне хотят, попишут, блядь. Беру игровую валюту, там, забавлю. Точно, все, согласен. Буду хотя поставил специально. Чтобы вас, топовых игроков, позабирать. В другие статики нигде. Типа шонтаж? За 4. Ну да. Ты не знаешь, какие на офиге там фишки мутятся? Там, допустим, то же самое PvP гильдии, там, где просто люди между собой хуярятся. Короче, там, помните, кто гильдию, может, наиграл на X2, там была такая гильдия Going Today, Олеский ВР. Going Today, да. Вот, они же там играют. Ну, я с Лехой хорошо общаюсь, с ГМ у них. Вот. И, короче, они там воюют с гильдией, там одно эшелон называется.
И эшелон там получается ГМ, там, ну, мажорчик такой нихуёвый, то есть бабки там нормальные, так как он едет. Короче, отправил Халецкий шпиона, блядь, чтобы он, типа, сделал стрим, как там позиционовку, короче, туда-сюда, типа, как они там, какая тактики, там, как, типа, они дерутся, там, так далее, короче, и, ну, заплатил мне плохие деньги там, за это. За это пацан, блядь, представляешь? А что говорит тут про 5К галим? Игра престолов получается. Ага. Я думаю, может, в этом сезоне. Сезон уже начался уже, да, Ариновский? Кто? Да-да-да. О, Глафил сейчас, блядь, под завал попал. Сука. Уходи туда. Закинул так хорошо, блядь. Ну, он этим раскалыванием через зеленку бьет или что? Раскалыванием через зеленку бьет. Ты там чистый урон вроде. Какой раскал? Что? Ну, после окаменения. Да. Там природа бьет, может зеленку тыкнуть, кстати. Вроде бы природа. Ну, я тыкал, у меня там 3000 урона влетело. А физика там. 3000 немного еще. Блять, я забыл то самое. Тынка удеть на броню там, блять. Там хоть деф какой-то будет еще. У меня аж 539 дефа, блять. Супер. Я просто три гиба менял на хп, все поставлял. А, мешка все есть еще хорошая. Да ну нахуй, блядь! Кто-то упало, тихо-тихо. Щит-полк. Все, спасибо. Всем спасибо, всем пока. Ухожу, да? Ухожу. Инспект забираю сразу. А, телепорт Деларан поставишь? Ладно, если что, я в чате. Так, летим сейчас в Вик. Ебать, Суза съебался, ну понятно. Ля ты. Чё, мат поставил, пока... Не-не-не, всё, наёбка, это другой был. Надо кому... Нагнал зря. Кто у нас пылер? А, я же женчанцев, я же мог сейчас. Так, ножки у нас... Это на этого? Мне надо, мне надо. Заберёшь мне обмен. Да. Ты шо ж вы такие бешеные, товарищи? Так, ГГ снайп 5.79. Четыре куска у него получается? Я не знаю, если у него есть второй скар, у него вроде один там. Ну, или два уже. Да. Два у него куска, у него четыре куска. ГГ снайп ГЦ обновляется чаще быстрее. А, три? А че ж, а у тебя скаржан один что ли кусок? У него один кусок скара. Ясно. Пошлите дальше. Сейчас. Ик, потом Оня. Блять, я все-таки не зачарил на файре здесь, сейчас я причарил. Кто камни на хп может делать? Сурбок на танке. Сурбить я могу. О, хорош. Сейчас я давай быстро запричарю, что я сделал, как надо. Сука, ей все равно не хватает дефа. Блять. 137 даже. Поставь 25, пожалуйста. Сейчас. Сенста все вышли с грула. Что я поставил сложность. Поставила сложность? Ребята, поставила? Нет. Значит, кто грули, на груле сидит еще. Выйдите все сенста, алло, с грула, либо с ИКа. Ози на груле. Ози на груле, да? Кто еще? Все вроде бы, да? Драгераж. Да, Драгераж. Че, куда Ози побежал? Я их покикал пока, чтобы поменять сложность. И Spellbound. Оставилось. Все. Драгераж и Ози это самое. Переплюсуйте мне. Так.
Пойду я нахуй туда это самое. Переделаю шмот, бля, чтобы дефу какой-то комбол. Так, камни на хп у нас. Хорошо, я тебе дам камушек, не замутишь. Тогда. Как у меня рядом с Иком? Ну, в финсте со мной тебе дам. Там, в принципе, мастерство нахуй не надо уже. Вики, можно так пока побить. Сегодня кто хочет пойти в Вик, ой, в Коржан десятку, я после рейда буду собирать кару. Ну, загадаюсь. Есть вопрос, Мудрый Герач, я отходил на 2 минуты, сейчас не в рейде. Плюсики поставь мне, ты вместе был, мы не могли сложность поменять. А, понял, извиняюсь, сейчас найду в гичате. Эти хлопцы не это самое, смотри. Сейчас я... Релогнуть по-быстрому. Блин, тут багается этот, как его, аукцион. А перекур будем делать или нет, 5 минут? Есть ли смысл? Да, давайте перекур и потом на иконе сразу без перекура пойдем. Закроем. Как раз одну шмот подготовлю. Идите пока курите пару минут. Я слушаю, смотрю, камушки так подешевели. Желтые, синие там. А, хорошо, Киба. Ты их закончишь хоть с нами? Да, конечно. Все. Ну, они все тоже 25 открыли? Да, но мы не пойдем обязательно. А какие там изменения по отношению к десятке? Все то же самое, только больше бить надо его. Понятно. А ты обычный камень на 30 хп же можешь тоже делать, да? Чтобы я не покупал. Я посмотрю. Да, могу. Отлично. Но зефирит все равно нужен. Ну, зефирит есть, слушай. Сейчас надо зефирит и пристрелиться к стамине. Да игру, я смотрю, не особо сильно пробивает. Щипенты. Подскажите, а чанты, которые на Кильдонасе, на что? На запястье есть? Или только грудь? Для чего тебе вообще? На наложение чар? Ну, там есть. Ну, на урон? На урон вроде есть что-то. Но я не смотрел. И АД, и АП. СПД и АП. А, отлично. Не, ну просто на 245 это шмот кидать, это чанты хорошие надо уже, а не говно лич кинговское. Не, естественно.
А у тебя есть оно? Куплено, нет? Не, у меня на твинке энчант, поэтому я остров не делал. Я сейчас... Жопа будет. Дуат здесь? Да, чего надо? ПМ. А-а-а. Да, есть, 10. И все? Ну, к сожалению. Тащи еще. И кацедонию не забудь. Сейфы все на рогу отправил, если что. Время нет на роге играть-то. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Так, ручное присутствие. Так, кто у нас с протестов и кашет? Можно без него научиться. Стоим все под, вокруг босса. Босс стоит в центре. В лужах не стоим, у кого будет мелкий моб, подходите к, в мире зона прям. Мужик уже не нужен? Кто? Я уже, мне уже сделали сразу. Mm. Мне танчит первый шестак. Не, я первый потанчу. Может, пафу, кажется. Я скажу, куда забрать. Угу. Я видел и более достойных соперников по
Мы в центре ставим? Да, 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 в центре. Возьмите сразу же, ничего, тотемы, пожалуйста, сюда в центр поставьте. Кто первый танчик? Ханты на пол. 4, 3, 2, 1. Вы в окне что стоите? Ну, милики, блядь. Два роги нахуй, брата. Подожди, миллион нахуй там. Сейчас на больтом. Кимсик, я тебе сейчас еще раз ГП въебу. Войной ГП нахуй. То, что ты не слышишь, за то, что ты тачку в лужу сдал, блядь. Мы по центру ставим, потому что много профитнее. Кра, зай борта, кимчику, протяй с панарджиком. Забирай босс. Я скину штаки, заберу. А, так, ты забираешь шта, которая стоит на месте, а я, который двигается. Понял? То есть... Уже, наверное, достаем. Такой из. Что надо? Здесь еще и моба. Добейте с моба от этого. Ребят, типа рогом, пожалуйста. Лак я вижу. Все. Я забираю этого моба, не трогайте пока его. Так, на ком будет дебаф, зеленая лужа. Подойдете ко мне по станку. Гер, сдали фул ДПС. Гера. Конечно, берите друг от друга, ребят. Вы в толпе прям стоите. А, ранжуйте, блядь, возьмите обязательно. Чревато. Смотрим, на ком дебаф. Джонни и для этого меня как к офтанку подошли. Видите, где я стою? Блядь, ну... Бэр по мне... Забери второго босса. Бэр, друг, дай кару, Бэр, быстрей. Прохил, дали. Забрал. Дебафа нету, чтобы скинуть, так что прохиливайте просто. Да, сейчас быстрее заморожен будет. Так, спелл есть массакра? Бьёрн, на тебе 11 секунды был дебаф. Угу. Да, может быть, подбежать, просто словить бафы и всех сразу. Давай массаку. Прохилите 4 цели. От огня поставь. Есть, стоит это. Кто-то в лужу. Лужа, стойте, отведи от лужи. Влад, что ты в лужу? Я так уже отвел. Чё отводить? Спалбам, ну подойдите, разморозьтесь. Ребят, спалбам, разморозь людей. Драги Раша там. Что-то на вот, Айнем. Айнем, вставай. Диабло, можешь поразмораживать людей. 8 секунд еще на тебе. Не по лужу. Ну давай. Всё, я забираю сейчас его. Всё. Под ебалом не стрим, он плюется. Тут без Йона будет. Лужа аккуратненько, милики, обходите со стороны. Босса я потанчу. Киньте касочку по вару, пожалуйста. На каске, блядь. Прохил. Забери ДК, забирай. Отворачивай трейда.
пиздец меня ебашит, нахуй. Зеленку прожимай под дыхание, главное. По 6 тысяч, секунду. 19 тысяч, обживающий вкус. ДК танчишь больше сам. Ренжу возьмите все сейчас, он будет плевать вам дом на цель. Прохил Изуку. Снайп, Кару и главхил, не подходите пока. Забирай ДК, становимся под щит Альянсовский. Видишь, здесь идет ДК танчи, там вот, подсоедините себе кучу туда. Это льда поставьте. Да, или для Тауру вместо файла. Все есть. Все, стали все ту под щит тот. Ближе туда станьте. Между центром и щитом станьте, главное. Гимн на ману есть у кого-нибудь? ГГ-снип. Тебе Эйнор нужен? Да, если есть карась, можешь ждать, если не критично. У протеста есть Эйнор. Через 20 секунд тебе протест. От черри подходим сразу, Донта. Видите, где черри идет? Сразу отходите от него. Все. Бусты сдали, добивайте. Бейте, то есть. Спал, лёд, ага. Мастер-раунд дашь под дыхание. Мастер-раунд давай. Прохил он быстренько, быстренько прохил, прохил, прохил. Все, понял. От Дуата бегаем в сторону. Видите череп? Не к черепу бежим, а от черепа. Так, кто у нас поймал? Кимсик поймал урон. Теперь Кимсик нахуй. И что, чё, блядь, он тебя въебался, блядь, чё? Ты урон получил от него, скажи тогда, если ты был 300 метров от него. Ну, дуновение может. Или ты где смотришь урон? Ну, по хилботу. Ну, дуновение может. Вот, типа, сейчас. Поврайда получает на урон. Нет, сейчас это другое. Смотрим, где череп. Рос, можешь вычислить, кто это поймал урон от этой хуйни? Нужно по стриму смотреть это. Я, блядь, я следил, там даже не видно, кто это был. Там могут быть тотемы, пэты вроде. Сейчас по детейлсу гляну, когда бьем. Угу. Так, по детейлсу это точно такой же урон, как и этот. Как и все остальные. Тушили черепа. Убивайся. Блять, в груда, который я заказывал себе, ёб твою мать. Да, ебись. О, сверка. Ура. Поясните, пожалуйста, урону. Все, теперь мне осталось 4 куска лупануть, то 4, и заебись. Иди пока. Тактику знаешь на того босса? Все, иди, отходи. Так, сверки в ГБ. Рецепт паролу. Только кожевники. Вы все кожевники? Дон, ты кожевник? Ты позже сказал. Только кожевники. Так, лоргус кожевник. Минус. Кару кожевник. Так а смысл его кожевника, да, если продать можно? Ну да, он достаточно.
Я сделал нужный хп, у меня синяя запись, кстати. Трофеи по роллу те, кто будет АПТ-9. Только по роллу АПТ-9. Так, Узи Хантер, ты здесь будешь апать себе? А, Войд, Войд, ты будешь себе? Все, Войда даю. А, ну там Туретрик или танк, там, в принципе, два спека. Войд. Так, поехали. Пояс. Грудак себе забираю. Так, наруч ДДшная. Так, это я на распуск ее заберу. Так, все, все готовы. Так, забафлились все. Рыбку ставлю еще раз поесть, и кто дал. Блять, не прибежал. 5, 4, 3, 2, 1. Так, я запустил. Кушайте рыбу. Так, по тактике, короче. Сколько у нас магов? Один маг в рейде, поэтому шаманы и квесты помогают использовать босса стаки. ДК, ты будешь на трэше, я на боссе. Потом метку череп нужно захилить максимально быстро. Метку крест вносим с рейда. Так, что еще? Големы по инфералам. Значит, первых двух инфералов баним, остальных двух заливаем. Потом пускаем тех забаненных и тоже их добиваем. На третьих, ой, на вторых инфералов мы забиваем болт, просто контролим и добиваем босса. Давай, короче, Нелло и Рос, вы первых двух мобов баните. Можно ко мне просто бомжи вызывать? Не, они уешут, они сами помешают. Это не так работает. На уешут, сильно очень. Там она заспавнится где-нибудь в мирезоне, и вся мирезона положится потом. Так, не забываем костры кикать еще. Забираю бабу. Мирезона его. Мирезона, поставь ее. Ази Хантер побежал. Готовимся, скоро стаки будут. Стаки. 6 стаков. Все как эффективно это все делается. Да, он побежал. Ну, давай всю мирезону залезь, потом их когда выбежали, блядь. Драгераш похилился. Готовимся, скоро элементали будут. Элементали, стаки, пиздим, стаки. Первый бан пошел. Второй бан пошел. Дон побежал. Так, сейчас следующего этого играете голем череп ставлю. Кастера сыщу. Мелизону тоже отойдите немножко. По бустам дать. Работай стан. Отошли Мелизону. Вот Дон разлил свою лужу вонючую, блядь, здесь вообще не буду делать сейчас. Так, остальных отпускайте, доливайте тоже. А, кстати, тут 3 голема, 2, 4. Череп краса захил.
Ози Хантер двигается. Вы бейте их, блядь, потому что еще один заспавнится мобы. Отпустите. Они забанены оба. Разбавить. Сука, если мы лайпимся, я дам лок МГБ, блядь, обоим. Из-за того, что заспавнится еще моба. Они примерно появятся на 20%. У вас 5 локов, вы не можете разбанить последнего моба. Стаки. Кикагастайм, подойди ближе к хилам. Ближе к хилам подойди, надо захилить тебя. Все, есть. Заберите голема. По големам заехал, мелизоны там один. Карас, дай БР по сути. Стаки, пиздим. Ну, баньте голема тогда уже. А что такое, Локи? Почему у меня люди падают, а? И КП обоим, нахуй. Убивайся быстрее босса. Иннер, залейте хулипалу кто-нибудь. Противец, дай Иннер по хулипалу слезть. Саки, пиздим. Милики отошли от мелизона. Дим кастовать начал. Все, ну, бейте дальше. ДК сейчас еще одна заберешь. Угу. Милики отходим. Стаки скину, стаки лоши. Маны нет. Ну, живите. Как-нибудь, доливайте уже, старайтесь добить босса. Меня не захилили еще. Тебя не захилили, потому что вы хилы по мане присели. Киньте джагу на свет кто-нибудь, у нас колбам упал. Так, поехали, ботинки на танк. Трофей порол. Ребят, много не рольте, то есть то действительно, ну, сейчас будет те рольте. Так, Джуня, что ты будешь сидеть сейчас? Т9. А Локи не Т4 бегают? Ну, Т4 я еще не скоро полутаю. Блять, как полутаешь, так и будешь это самое. Так, второй порол, 49. Людям на постоянку, а ты эту шмотку сменишь, так что я дам приору. Мягко, ты что себе будешь шабать? Ну, Ози получается, или он с полбауна. Так, Ози, ты еще что будешь спать? Одну шмотку в грудах, да, ты говорил? Что он, да?
Ребята, люди апают на мейнспек себе на шмотке, когда они будут еще и ВК. А вы можете еще эти трофеи поролить потом. Ози, грудак будет апать, все хорошо. Это как считается как новый спек, можно сказать. Забирайте трофеи, если вы потом поменяете их. А эти люди будут до конца идти. Так, Ози. Подожди, стоп. Ты тоже, Ози, тоже будешь менять его или что? Блять, еще раз повторяю, кто будет, блядь, до конца идти до ИВК в Т9 апнутом 245 шмоте? Плюсики поставьте, чтобы я знал. Так, спеллбаум, будешь голову лапать. Окей, даю тебе. Да, там голова хорошая, в принципе, там хаскрит есть. Так, дальше. Цеп порол, кожевники тоже. Только кожевники. Спеллбаум, кожевник и карас. Да. Переваливайте его, освободился 9. Здесь у вас уходит. Я в такие роллы впугаю. Так. На трофей лучше бы такой ролл был. Кожа меликовская. Роговская. Себе на расп... Фросты. Плюс энхов у нас нету. Фросты. Не хотите, я сам возьму на пол по себе. Скорость маленькая. А, это 1.5, блядь, сорян, спасибо, что увидел. Я думал 2.6. Роги будете брать? Да, я подам. На ДГЦ. Рост 200 или 250, я не помню. Не помню. 250. 250. А что это без настроения такое? Да, так. Что, ГПшки лутаешь, блядь? Несправедливая. В смысле несправедливая, Рос? Ну, я окей, объясняю, почему, потому что спавнится но... за мобов, они... Да, плевать, ну типа, этот, как и хочешь. Я запускаю, все переходим в другую сторону. Бафы дайте. А почему тогда мобы у меня бегали по рейду? Ваши мобы тоже, кстати, бегали, которые вы банили. Угу. Что? М-м. Либо Нелло проебался, либо кто-то ты. Я вам дал команду, блядь, отпустите и залейте. Вы дальше продолжайте свое дело. Оля, за... пошли разбираться, я раз его разбан начал бить, его начал банить Изука. Хотел после РТ написать? Ну ладно. Я вам сказал заранее, вы твоих баните, двоих опускаю. Потом, да когда... ну что уже это разбирать, давайте дальше проходить. Не, ну чтоб ты сам, ты говоришь несправедливо. Как ну типа это мое мнение, что тут, что от этого изменится, что я так считаю. Mm-hmm. Так, короче, ближе к ночи. Так, где у нас хант? Хант. Где эта сучка? Вот она. Так, весь лес стоит здесь. Где я? Прыгаю. Кимсик, бить будешь. Бей. Так, хэпал, спеллбаун. Ко мне трейд. Я тебе сейчас хуйню на броню дам. Попьешь. Ну, тебя мобы не агрили. Одну перед пулом выпьешь, вторую во время пула, когда закончится. Так, далее. Так, помечаю опасные метки. Это печенька, квадрат, трусы. И... Луна будет. Бля, 4 милика, в общем, дохуя, бля. Дальше идет метка у нас крест, это маг. Лок, ромбик. Нарзик, посиди, пожалуйста, на ромбике, подбивай ему косты. Приоритет сбить тебе каст адское пламя, который дает. Так, тотемы трепета, шаманы обязательно. Пуржите, не забывайте с цели, которую бьете. Косноязычие локи по хилам вражеским. Так, давай, короче, совок, я тебя ставлю на дерево, ты банишь дерево, берешь бан, фир, обновляешь.
Так, далее, что там у нас? Холипал. Что у них там есть? На холипал, на писаке дайте косноязычие, чтобы поменьше хилили. Так, далее. Короче, все стоите вот здесь, где вы стоите сейчас. Где-то там и стоит у Драгераша. С деревяшки кастеры, особенно кастеры, тряпочники. Не выходите ни в коем случае. Я буду танчить их под тем щитом. Давай, короче, так. Компот, ты заберешь туда квадратик. Ой, ну. Здесь вот я стою, здесь будешь танчить их. А, ну там, да. Да, я, да. Так, значит, первый гриппает у нас ДК под ником Фикси, гриппаешь череп в рейд. Дуат, ты стоишь в РД-зоне, гриппаешь череп еще раз, дабл грипп. Если что, сорвется Диабло, гриппнешь еще раз. Так, Драгераш, кинь жабу крест сразу, когда он подойдет к нам в рейд. Кинешь ему жабу. В случае чего, если срываются метки Луна, Квадрат, Печенька, Трусы, сразу начинается их контролить в обязательном порядке. Станы, там, милики можете таунтить. У нас 3 ДК есть там милишник. Либо вы можете таунтить и вести к танкам. Мы потом перехватим. Но лучше пока... Они не должны сагриться, они должны на мне, в принципе, сидеть. Я там поменял щит. Спалбаун. Стоишь примерно где-нибудь здесь. Я стою, прыгаю. И хилишь двух танков нас априори. Вот, можешь ауру на броню включить, чтобы на тебя могу точно не сорваться. Так, все, в принципе, с этим разобрал. Давайте чернопол. Это кого цеплять? Войну? Я тебе говорю, ты кладаешь квадратик, а остальное все должно мне сидеть. Так, значит, так. В принципе, все. Значит, перед пулом пуляю сначала я, мобы отойдут подальше, и только тогда начинаете эти самые ДКшки гриппать. Все, все готовы. На счет три начинаем. Раз, два, три. ДК, идите, не фикси. Блять. Второй дабл грипп дайте. Еще грипп, да. Геру дали фул ДПС. Луна, печеньку, контрол. Луна, печеньку, контрол. Рост ГП, бля, какого хуя ты там делаешь, бля, скажи, пожалуйста. Дерево контролил. Дерево не надо контролить, если он стоит тут, блядь. Я сказал тряпочникам стоять в дереве, блядь. Деревяшки это, не уходить оттуда. За тебя сейчас, блядь, сдох. Карас, поднимись по балму быстрее. За дерево только не уходи. Пока деф отдал. А сейчас вот надо банить дерево, потому что он в рейде нашем находится. Череп залили? Крест обязательно контролите. Кончилась жаба. Когда? Попробуем подхил немножко. Попробуй. Крест, крест следующий. Хоть немножко разойдемся, а то он постоянно перегревается. Хуй знает. Сдох, крест, вред, притяните, крестик, вред, притяните, кастер. У меня не сработало. Печеньку контрольте, печеньку, пол, эфир, не знаю, там, баны, что-нибудь там еще, там, корни, овечки, там. Потом в луну поиграть, луну тоже самое контрольте. Шаманы, дайте по луне лягушку. Так, протест подними и звука. Нормально, если дерево сейчас рейд пойдет, то там забаните его. На кого они пошли? На Неву, Неву, ты где стоишь, блин? Сами ближе в рейд. Играйте сейчас по луне играйте, там опасный моб. Печеньку контрольте также. Блять, захил, 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 захил. ДК, держи на всех себе. Рога в рейд идет. Рога в рейд идет. Главхил, блин, надо тебе тоже было там стоять. Рогу контрол, киньте вихрь в рогу. Трусы в контрол, быстро. Трусы в контрол. Луну прилетит, луну добиваете, потом играйте по трусам.
Опасно очень. Он будет кастеров вырезать. Кастеры, будьте аккуратны. Просто еще раз обновите контрол. Угу. Печеньку тоже. Печеньки дизарм дайте. Трусы в рейд идут аккуратно. ДКшки затаунтите, там трусы по КД. Быстрее. Все, переключаемся сейчас, контроль только печеньку каст, без Ромбику каст, отлично. Играем все по трусам. В трусы фулл ДПС, печеньку контролем. Трусы фулл ДПС, печеньку контролем. Лока не трогайте. Трусы таунтите по КД. Локи, попрожимайте заслон на тьмы, чтобы вам сейчас лок вас пропиживает вражеский. Я звука посмотрю. Забери. Угу. Так, наклон, на звука еще собирается идти. Джуня, зайди, пожалуйста, на дерево, тебе ДКшка еще сорвется. К щиту туда прислонись, там стой. Он уже, блядь, ДКшка срывается на вас. Изука то же самое. Изука ближе к стенке станет тебя ДК агрится. ДК не заберет сейчас его. Изука, станет ближе к стенке. Сука. Так, печеньку играет сейчас. А, подождите, по ромбику играет сейчас. Ромбик. Печеньку также контрольте. Ну что, звуки я ГП даю, блядь, ДК уже в рейде сейчас будет. Милишники, если что, помогите ДКшке оттянуть все от рейда. Ну уже. Все, после ромбика заливайте печеньку сразу. Нелло, побань, пожалуйста, дерево. Я мертвый. Дайте куба бойнер. Джуня, дай бан, пожалуйста, дерево, куда он в рейд подойдет именно. А ромбик, пожалуйста, к щиту подтяните, чтобы его друид не хилил. Хотя не надо, сейчас печеньку поставьте туда, вот прям по щиту, к стеночке туда, чтобы друид не доставал. Если что, друида в бан кинется, куда он подойдет. С полбам красавчик, блядь, двух хилов держит в стороне. ДК может дерево куда тебя тянуть в рейд. Точно? Да, там уже никого нету, там хилы остались. Бейте, идите все квадратик. Дерево в бан. Ро, что ты мне говорил там про скиллы, блядь, вчера? Что? Но. Но, минус 5. Минус 5 и что? Еле убили. Ну так я же тебе о том и говорил, что все плохо. Ну, а почему плохо? Почему, блядь, из-за тебя урвало 2 милика в рейд, блядь? Потому что почему ты... из-за меня? А потому что ты в центр пошел. Я сказал, все тряпки должны строго стоять на дереве. На мне была другая команда. Ну, блядь, ну Рос, ну ты подумай сам. Ты говорил, что ты не умеешь соображать, почему вот дерево стоит у нас, а ты побежал к нам его банить. Он когда бежит в рейд туда, к нам, ты его тогда бань. Ты ни в коем случае не должен забегать за дерево. Особенно в ХМке, это обычный режим, это таунтится все. А в ХМке это мобы не таунтится, и очень тяжело их было забрать трейды. То есть. Они еще больнее бьют при этом. Особенно Рога там с Энхом.
Дайте по дереву сейчас. Изука, бля, тоже нахуй. Не дискотил он или что? Вообще не понимаю, блин, что он говорит мне. Ну, сидит здесь и слушает, блин. У него ДКшка агрится, блядь, а он стоит. Там, ебланится. Это подготовка к хэмку, ребята, считается. То есть, ну, такого не должно быть вообще, таких косяков. Если бы сорвался бы еще ДК, бы тебе шотнуло бы, понимаешь? Тебе пол состава было, потому что на тебе сидел Вар и Энг пиздил тебя. Плюс еще лог там кастил эти шадоболты в тебя. Но они в шадоболты не особо больно пробивают, но неприятно. То есть в основном там магловские спелы сильно пробивают, поэтому его тоже контролит так. 13к, ну, блядь, маг 20 слепит. Нет, там по локу минимально прилетало. Там 12к это вроде бы в описании, сейчас я гляну. Ты не забывай, еще резисты есть. Забагал с книжечки, посмотрю. Так, только не открывайте, пожалуйста, сундучок. Хотя открывайте, открывайте. Все режим пока. Утаем шмот. Откройте сундук. Можете меня пока резнуть. А, блядь, еще давай зимок остался. Я не видел еще. Там еще остался один. Это последний, да, остался, по-моему. Все. Сейчас мне фрейм показал. Так это крит. Ну, в принципе, ледяная стрела. Не, маг должен больнее бить. Чем лок. Они все одинаково одеты, у них одинаковые СПД. Возможно. Бать на танка дропает за пацаны. Ну, тринка не дропнул, это хуёвый знак. Какие интересы, чтоб я это самое сразу сундук открыл. Хотя бы добежать надо было, ладно уже. Так, открываю сундук. Сейчас лут. Так, поезд на танка. Мейнспеки. Так. Ну, я так понимаю, что мне бесполезно вообще. Жаги фикси. Так, трофеи, те, кто будут перейти этап, краска. Тебе сколько трофеев нужно? Ни одного, первый. То есть тебе 5 трофеев надо, да? 4, то есть. Один, а, сколько еще понадобится? Мне еще 3 понадобится. Так, на успех. Вот тебе надо тебе или нет? С духом каст. Неплохая губа, неплохой. Ты как раз это на эрдру не бисовый? Ну, надо сейчас. Надо тебе как раз? Не думай, блядь, надо. В смысле? Нет, что тебе? Что тебе за шмотка? Покажи. У меня 4 шмотки из комплекта, это 9. Так у тебя крит, блядь. А там хоста. Ты ее заберешь, потом оденешь. У меня хосты уже почти набрано, в принципе. Я сейчас возьму шмотку просто за трофей, у меня будет фул. Чем больше хосты, тем лучше. Все. Ну, теоретически, да. Так. Запускаю боссов по тактике. ДКшка, берешь белый портал. Танчишь черную бабу. Я беру черный портал, беру белую девку. Так, подошли все на левую сторону. Взяли себе черный портал, кроме ДК, танка, конечно. Сейчас спичками помиритесь. А рыба была? А вот. Стоит.
Потому что тоже поем. Это мне у черного стоять или всем вместе стоять? Вместе, вместе можешь стоять. Так, ребятки, рыбку покушали. Все, давайте. Дон готов? А, точно, аж метки надо поставить. Так. Так, все. Так, играем все в черепе, если что. Я думаю, по цветам разобраться, где темное, где белое. Ладно, поехали. Дудлик, у меня скада. Так, надо, чтобы вы прижались в одну точку, кастеры хилы, чтобы не колбасой стояли, потому что ловите урон дополнительно от белого шарика. Может, мимо вас пролететь просто. Смена цели. Взяли белый портал, все взяли. Бегом, 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 белый портал все взяли. Переходим. Аккуратненько, только белый портал не зацепите. Бьем крест сейчас все. Бьем крестик. Крестик бьете сейчас все. Давай протест наваливай там. Давай, давай, давай. Доска рупа. Дон тут цепки ловит, блядь, ТПС накручивает. Так, смотрим спецспособность, готовимся. Поменяли черный, темный вот это самое, взяли портал и бьем череп сейчас. Блядь. Сколько у нас хилов? 1, 2, 3, пауза. Падись. Короче, фикси, давай в танка, будешь ловить сверки. Пизду, блядь. В первом виде вообще таких проблем не было. Да, Кару тоже два хиля будет. А ты не... Да при чем бить в этом рукастый? У вас шаман хороший есть. Тоже рукастый. Ну да, в принципе, ну да, 5 хилов были. Так что давай, короче, коров спекайся в этого. А Карас, что ты слабо хилишь, блядь, тут такой ее урон идет, а ты вообще, ну, блядь, на днище просто. Че, у него 8500 хпс. Да его шаман обогнал, блядь, вообще не должно быть. Меня? Шаман в Т4 или нет? Меня вообще все... Я видел шамана 210-го, он обгонял 230-х хилов. Хороший такой шаман. Я сразу за бой просил. Я хапали 200-200-й левел перегонял 220-х левелов, и че? Все от рук зависит, а не от, блядь, левела, товарищи. Да нет, от наглости еще. Тот шаман около 10 раз за бой просил инер залить ему. Шо там, блядь? Умоложение, буйный рост, покровительство. Нахуй ты покровительство юзаешь тут вообще? Нахуй ты быстрое восстановление юзаешь тут? Покровительство я юзаю в крайнем случае, если кто-то совсем прям проседает. Тот, кто совсем проседает, этим занимается хапал и ршам. Вы, блядь, одну цель нахуй втроем хилите. Это твоя основная задача ход спрейт, а не это самое. Блять. Чем и занимается вроде. А чё с рыбой ее нельзя есть? Да потому что с метками подошли. Отойдите от рыбы. Отойдите с метками, отойдите от рыбы, пожалуйста. Так, кто у нас там сидит, блядь? Наржик, выйди оттуда. Ага. Еще потом отойдите под лад, отойди. ГГ снайп. Все, кушайте там, вроде бы так можно. Так, Фикси спекнулся в танка, да? Все, на Фикси тогда будут ловить эти самые. Хотя я половлю, ты Фикси два босса будешь танчить туда.
проще рейс будет. Все, все готовы. Два бисовых хила. У вас тут три бисовых хороших хилов. Ну, в принципе, четыре хила. Ладно. Фикси пуляй. А мне на полдня добавлялось. Ну, пять. Ну, меня напулили просто. Ничего страшного. Забери где там все. Все равно я ее пока не бьем. Встаньте плотнее, пожалуйста. Готовимся, спецспособность 5 секунд будет скоро. Взяли все белую воронку, взяли. Бьем сейчас крест. Крест поблизи, поближе к черепу, пожалуйста. Аккуратненько сейчас переходим на левую сторону. Не ловим лишний урон. Сверху. Все. Я бегаю, это самое, ловлю темные сверки, не мешай мне. Ты бей давай. Продолжаем бить. То, что там они рядом с белыми, это самое. Я не моя. Пока сбили, там не видел. Рановато. Так, по поводу кастов, сбивание сбивается, когда там остается 1 секунда, там 2 секунды до окончания каста. Она не бьет, и способность будет она больше резать. Тотем на ману и... Гимн на ману, да, и кубок? Тотем на ману. Только что сбил. 3 секунды назад. Еще можешь гимн на ману ГГ с ним дать. Также продолжаем бить. Смену вроде бы. А, смену, нажали смену. Сменили. Что-то я. Бьем все череп. Давайте сразу каст сбиваем. Бля. Сука. Чуть дони даже не заносил, нихуя. Хотя вместе с вами беру. Нет, я был под светлой. Я же вместе с вами меняю, чтобы мне было удобнее релиз. Я все черепок, если что. Пизду тебе, дону нахуй, лучше, блядь, смотри. Готовимся к спецспособности, одна секунда. Так, продолжаем бить. Белое. Готовимся спецспособность 10 секунд. Ждем команды. Продолжаем бить. Пойти за Лейнер, пожалуйста, хули Павла. И Кобо Вейнер дайте. У нас сов нету, у нас чисто душки сейчас заливают. Найден Иннер не в КД. Кого-то. Карась. Пока еще не в КД. Спецспособность 8 секунд смотрим. Последняя сатия будет, наверное. Смотрим. Взяли светлую воронку, она кастует. Светлую воронку взяли, бьем темную, крест бьем сейчас. Так, сейчас темный килл надо. Все, стойте на месте, добивайся, должен добить.
10%. Нелла, как ты это сделал? Как ты меня перегнал? Ма прогнул. Бля, я был уверен, что я все лучше всех. Пацаны, я считаю, что это успех. Ты столько накручиваешь там, я не пойму. Я ничего не накручиваю, я просто дамажу. Да не, я тебе попробую. Только тканики ролят. Саня, у тебя есть кто-нибудь заменить меня на нуба? Нет, никем. Давай я нуба убьем, почему без никого. Гаснайп 45-67. Протесты ткань? Петя, ты... Что я понял? Так, кузнецы... А ткань нужна 450 или любую? 450 она иметь, чтобы выучить рецепт. Так, Айнон, в два ты мест. Да, ты кузнец, я знаю. А такой вопрос, Бьерн, а я типа не мог ее ролить? Мог, кузнецы только, кузнецы. Не-не-не, верхнюю портнягу. Мог, если ты... Я, ну, я рольнул, типа, у меня было 76, у протеста меньше. А, я не видел, извини. Протест, дай, пожалуйста, Дагерашу, Шуману. Надо кому посох отдать? Если только на Овскую. А ты можешь себе... Скорость пробивания брони, тогда пробивания. Сейчас я заберу тебя в шмот. Запустили там, да? Да, запустил.